Сегодня сотрудники пожарной охраны отметили свой профессиональный праздник. Первое подразделение появилось в России 365 лет назад. С тех пор огнеборцы неустанно сражаются со стихией, рискуя своим здоровьем и жизнью. Мои коллеги о тех, кто первыми приходит на помощь. В свой профессиональный праздник сотрудники пожарной охраны исполнили заветную мечту ярославских школьников и воспитанников интернатов. Примерить шлем пожарного и поиграть в спасателей смогли все желающие. К счастью, о карьере пожарного продолжают грезить и современные дети. Он занимается в пожарной охране, он тушит пожары, у него интересная работа, там лазать можно, все, огонь тушить. Пожарную охрану учредил своим приказом царь Алексей Михайлович в 1649 году. Ярославских пожарных навсегда прославил писатель Гиляровский, который сам успел поработать в дружине. «Каждый пожарный герой всю жизнь на войне и каждую минуту рискует головой», – пишет он. Сегодня группировка ярославских пожарных насчитывается более 4000 человек. И по праву считается одной из мощных и профессиональных в Центральном федеральном округе. Дорогие коллеги! В этот праздничный день хочу пожелать вам здоровья, семейного благополучия, сухих рукавов. В свой профессиональный праздник отличники пожарной службы получили награды и благодарности из рук главы региона. Эльдар Миндиахметов и Александр Быков.